Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вопрос достаточно короткий. В этом смысле, в смысле объема, простой. Но в семантическом аспекте довольно сложный. Если сказать тяжелый. Это вопрос домашнего насилия, семейного насилия. По сути, такого можно сказать перекрестного. Когда один член семьи ударяет другого члена семьи, третий член семьи ударяет первого члена семьи, и, соответственно, как бы... В общем-то, автор вопроса спрашивает о том, что делать в этой ситуации. Вот, значит, в первую очередь нужно, ну вот, в первую очередь то, что здесь рекомендуется, да, это, конечно же, признать факт наличия проблемы. И увидеть вот в какой-то степени то главное, как мне кажется, на что мне хотелось бы обратить внимание, то главное. А что здесь может быть главное? Главное то, что любое насилие, вот, в какой-то степени, да, любое насилие, это страх. Это именно вот что какие-то сдерживаемые эмоции, какие-то сдерживаемые чувства, какие-то сдерживаемые переживания. Если говорить более простым языком, то можно сказать, ну, в определенном смысле можно говорить о напряжении. Вот. О напряжении. То есть можно говорить о том, что все члены семьи находятся в напряжении. И речь здесь идет не о том, как мне кажется, чтобы, ну, например, кого-то пытаться оправдывать, вот, чтобы говорить о том, что кто-то хороший, кто-то плохой, кто виноват. Речь идет о более системном проявление проблемы, вот. То есть что такое в данном случае более системное проявление проблемы, более системное проявление проблемы подразумевает, что это напряжение, которое есть у всех членов семьи, оно каким-то образом образуется. И важно понимать, что как это напряжение образуется сейчас, не ясно. То есть не ясно, что, например, отреагирует один член семьи, что отреагирует другой член семьи. То есть, что они отреагируют. Вот. Страдают из-за этого, понятно, все. Все страдают. Но если у людей есть желание семью сохранить, если у людей есть
ну, какие-то общие ценности, да, если у людей есть в целом, ну, какие-то проявления уважения друг к другу, какие-то проявления любви друг к другу, ну, потому что, в принципе, кризисы могут быть у всех, и это нормально, то в этом случае, в этом смысле, на мой взгляд, ну, нужно, конечно, без отлагательств обращаться за помощью к семейному психологу, потому что, ну, как правило, в таких ситуациях дальше становится только хуже, к сожалению. Дальше становится только хуже, происходит нарастание конфликта, происходит нарастание проблем, происходит нарастание напряжения. Вот, и как результат, конечно, повторюсь, страдают все. Я в данном случае специально стараюсь не афишировать, кто задает вопрос, не афишировать, о ком идет речь, вот, дабы каким-то образом не спровоцировать, ну, во-первых, конфликт, во-вторых, оставить как бы конфиденциальность. Вот. Но именно к автору вопроса, который, ну, задает, собственно, вопрос, который обращается за помощью, мне бы хотелось направить вот какую мысль. Какое напряжение лично у вас, вот лично вы, в чем чувствуете напряжение, лично вы, в чем ощущаете, ну вот, какую-то неудовлетворенность или фрустрированность, потому что агрессия, физическая агрессия в том числе, это все-таки вот, ну, в большей степени про фрустрацию. И про такую вот фрустрацию, если можно так выразиться, довольно затяжную. То есть это именно что затяжная, такая тяжелая, долгая фрустрация без, ну, скажем так, без возможной перспективы, да, как-то их снять. То есть, ну, вообще вот отсутствует вот эта вот перспектива, да, для человека, даже гипотетическая, как-то вот эту фрустрированность снять, убрать, то есть освободиться от нее. Вот, и соответственно, как результат возникает вот подобное состояние. Ни в коем случае, на мой взгляд, здесь не идет речь о тотальной какой-то вот испорченности. Не идет речь о ну, возможной, да, тирании тотальной. Ни в коем случае, не обязательно, да, может быть, семейная система находится в форме зависимых отношений, безусловно, такое может быть, этого нельзя исключать, ну, потому что просто мы пока не знаем, в каких именно отношениях находятся люди, вот. Пока нам это неизвестно, можно говорить о том просто, что люди вот, ну, как-то
как-то потеряли себя, да, и, соответственно, запутались, закрутились в своих проблемах. Ну, такое бывает, и, в общем и целом, это не делает людей сразу, там, тиранами какими-то, да, и так далее. Вот, хотя никто, конечно, не отменяет того факта, что это, в целом, достаточно ужасно и достаточно тяжело, когда такое происходит, особенно если, ну, как бы, в парадигме присутствуют дети. Вот. Значит, соответственно, вопрос, который я хотел бы задать вам, это вопрос про вашу собственную фрустрацию. Вот какая у вас фрустрация? Лично вы, как и в чем ее, ну, чувствуете, замечаете, ощущаете и так далее. Вот именно конкретно вы. Как вы сами это чувствуете, как вы сами вот ощущаете, что у вас вот это вот напряжение, которое нашло выражение вот в том, что нашло. Как оно проявляется у вас, как оно накапливается, в результате чего оно накапливается, в результате чего оно образуется. Это вопрос к вам. Отдельный вопрос в данном случае в том, как вы коммуницируете с, ну, членами семьи, вот конкретно. То есть, какой у вас стиль общения, да? Какова семейная структура, то есть, как бы, ну, кто за что отвечает, кто что делает и так далее. Вообще, как-то это вот у вас регламентировано или нет? Если это не регламентировано, то самое время заняться тем, чтобы регламентировать, потому что в какой-то степени из-за отсутствия вот этой регламентации вот подобные трудности возникают, в том числе. Вот. Соответственно, вопрос, что делать, он вот в данном случае требует прояснения, это вопрос праздный или нет. Это желание начинать реально работать над отношениями своим или нет. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. И, соответственно, уже исходя, как бы, из вашего ответа, исходя из вашей позиции, как бы можно будет дальше делать какие-то выводы. Понятно, что не все члены семьи могут хотеть, ну, как-то вот обращаться к психологу, да, психотерапевту. У кого-то вполне может быть такое вот скептическое достаточно отношение к этому. Это, в принципе, вполне нормально. Поэтому, если вы, как автор вопроса, готовы работать над проблематикой, да, то я думаю, что при как бы, ну, ситуациях, когда партнер не хочет, мне кажется, что
имеет смысл начинать работу вам с, ну, с себя. Вот. Я думаю, что это необходимо, потому что промедление в данном случае, к сожалению, промедление в данном случае оказывает слишком сильное влияние на, ну вот, других членов семьи. Поэтому, на мой взгляд, ждать, например, или уговаривать, например, ну вот, партнера, значит, чтобы партнер согласился на, допустим, терапию, вот, на мой взгляд, идея не лучшая. Вот. Можно довольно много времени на это потратить, да, без особого успеха, без особого результата, к сожалению. Вот. Поэтому я настоятельно рекомендую вам подумать, что вы для себя считаете своей проблемой, повторю, своей, не проблемой семьи как таковой, да, а именно вашей проблемой, что является вашей проблемой. И это решать. Вот. То есть, ну, как бы удерживать в голове то, что психологи не занимаются там оценкой кого-то, мы не занимаемся тем, что судим кого-то, да, мы не встаем на чью-то сторону, вот, то есть ничего такого, ничем таким мы не занимаемся. Мы исключительно помогаем людям разбираться со своими проблемами, если они, то есть люди, этого хотят. То есть если вы хотите, мы вам поможем. Вот. Понимаете, да? Какая история? Поэтому, если вы чувствуете, считаете, знаете, что у вас есть определенные трудности, вот, то добро пожаловать на психотерапию, обращайтесь. С большим удовольствием мы вам поможем. Единственное, что вот я бы не рекомендовал как-то вот ждать. Это я бы не рекомендовал ну, тянуть с этим. Вот, я бы рекомендовал все-таки ну, начинается этот процесс незамедлительно. Именно по той достаточно простой, хочется верить, причине, что вот другие люди, вот, другие члены семьи уже сейчас от этого очень сильно страдают. Вот. И последнее, на что хотел бы обратить внимание, поскольку ну, эта тема присутствует так или иначе, да,
Это тема детей. Вот, я бы хотел спросить, какое отношение имеют дети. Вот, то есть, ну, при том уровне отношений к семье, да, ну, при том уровне, при том уровне взаимодействия в семье, вот, какое отношение, какое значение имеет дети, для вас и для, как бы, вашего партнера. То есть, ну, какая роль, условно говоря, отводится детям, ну, вот, ну, в данном случае. И как они, я имею в виду, дети, образуют вашу систему ценностей. Вот. Что я хотел бы, чтобы вы сами для себя постарались бы определить как, ну, такой достаточно важный аспект, как достаточно значимый аспект и определяющий в том числе ваше взаимодействие вот с, ну, партнером и с семьей в целом. Вот. Как мне кажется, это крайне важная история. Да? Вот. А на этом, я думаю, в принципе, можно закончить мой ответ. Как мне кажется, ну, пока что этого может быть достаточно. Вот. Я надеюсь, что определенную пищу для размышления я вам дал, вот, и вы что-то как-то это попытаетесь, ну, может быть, пропустить через себя, может быть, как-то вот подумать, да, может быть, что-то еще. Может быть, своему партнеру дать вот, прослушать тоже и тоже задать себе те же вопросы. Вот. А, ну, опять же, да, как бы, я не знаю, какой уровень вашего взаимодействия. То есть, вот, как легко вы входите там, условно говоря, в конфликт, да, и как, ну, как быстро вы, там, к примеру, из него, ну, выходите. То есть этого я не знаю и, соответственно, не имею представления о том, вот насколько для вас, ну, возможно, ну, общение, скажем так, ну, вот, в такой парадигме. Вот, поэтому подумайте об этом тоже. Достаточно это важный момент. Как мне кажется, в любом случае, без ваших усилий, без вашего, так скажем, труда, да, ничего не поменяется, все останется так же, потому что вот в какой-то степени семейная система, она уже сложилась, вот,
И, соответственно, ну, поведенческие паттерны, да, они, скорее всего, закрепились. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы имели это в виду. Вот. Очень важно, чтобы вы отдавали себе в этом отчет. Да? Вот. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, мы вам будем рады помочь. Вот, будем рады оказать помощь вам и вашей семье. То, что вы обратились за помощью, это очень здорово и хорошо. Просто вот хочется сказать, что он в данном случае речь идет скорее о таком вот, ну, первом шаге, то есть вот то, что вы сделали, да, то, что вы обратились за помощью, это хорошо. Но это именно что первый шаг. Следующим шагом является именно выбор терапевта, выбор психолога, вот, и, ну, начало, так скажем, работы, вот. Начало работы над собой, вот. Вот такой ответ я бы хотел вам предложить. Удачи вам, всего самого доброго. Не отчаивайтесь, любую проблему можно разрешить.